Приветствую всех в нашем автосалоне столицы. У нас в продаже появился отличный бюджетный автомобиль Kia Spectra 2006 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литров. На линзованных передних фарах светит идеально. Давайте заглянем в салон. Заднее сиденье у нас просто в идеальном состоянии. Спереди у нас кожаные чехлы, также в хорошем состоянии, дверные карты и центральная консоль. Давайте пройдемся по комплектации. В нее входят все 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, обогрев заднего стекла, передние противотуманные фонари, хорошая магнитола Pioneer, хорошая отопитель салона с кондиционером, все работает, розетка 12 вольт с прикуривателем, 2 подстаканника. На данный момент двигатель находится в заведенном состоянии, никаких ошибок не имеет, работает отлично, пробег составляет 196 тысяч. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении, а также приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. А находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столица, всех ждем.